Добрый день, друзья! Сегодня хочу вам рассказать о скрабе для тела с молотой коноплей и экстрактом базилика, а также крем для тела, увлажняющий с маслом конопли и экстрактом виноградных косточек, который можно использовать после скраба. Превратите уход за собой в изысканную спа-процедуру. Скраб для тела эффективно удаляет отмершие частицы с поверхности кожи, выравнивая ее микрорельеф. Природная формула на основе молотой конопли и экстракта базилика прекрасно тонизирует, увлажняет и питает, делая кожу гладкой и шелковистой. Крупинки молотой конопли выступают в качестве натурального эксфолианта. Они многогранны, не травмируют кожу, обеспечивают глубокое, но щадящее очищение. Они стимулируют кровообращение в верхних слоях кожи и улучшают обмен веществ. А экстракт базилика является мощным антиоксидантом и антисептиком. Косметические средства, которые содержат экстракт базилика, они прекрасно смягчают кожу, успокаивают ее. Средствам с экстрактом базилика удается сохранить оптимальную увлажненность кожи и улучшить обменные процессы. Идеально подходит для людей с чувствительной кожей. Как же применять? Наносите 2-3 раза в неделю на влажную кожу тела, уделяя особое внимание локтям, коленям и стопам, и тщательно смойте водой. После очень замечательно наносить крем для тела с легкой и нелипкой текстурой и приятным природным ароматом. Этот крем дарит коже интенсивное увлажнение, упругость и бархатистость. Масло конопли и ценный экстракт виноградных косточек питают и восстанавливают кожу. Средство легко распределяется и прекрасно впитывается. Конопляное масло является хорошим транспортом для всех жирорастворимых компонентов, улучшает их проникновение в кожу и усиливает эффект. Высокие проникающие свойства позволяют проникать активным ингредиентам в глубокие слои эпидермиса, активно восстанавливая гидролипидный баланс кожи и обеспечивая ее упругость и гладкость. Экстракт виноградных косточек очень богат витаминами А и Е, незаменимыми жирными кислотами и целым рядом других полезных веществ, которые и придают ему неповторимые свойства. Экстракт виноградных косточек является мощным антиоксидантом и по своей силе во многом превосходит остальные подобные вещества. Он тонизирует кожу тела, повышает ее эластичность и придает ей молодость. Наносите небольшое количество крема на кожу тела после душа легкими массажными движениями и можете использовать любое время суток. И пусть применение скраба и крема принесет вам только радость и удовольствие, а также молодость и здоровье вашей кожи. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.